Так, ну что, дубль номер два. Мы снова поднимаемся в гору Тип-Тяп. Меня, как обычно, понесло. Вон туда. Я хочу сфотографироваться. Альберт говорит, может, не надо? Надо, Федя, надо. Как я и куда-нибудь не залезу. Здесь все не так страшно, на самом деле. Всего лишь камни висят. Комментируй, что мать твоя делает. Фигню какую-то делает. А? Да не, ничего. Мать. Куда опять она поперлась? Сейчас я тебя не буду ловить, как на Домбае. Я надеюсь, тебе не придется меня ловить. Я просто посижу. И почему? Вот у меня один вопрос. Почему самое сложное — это не залезть куда-то, а вылезти обратно? Я уже... Я живая, я не упала. Спускаться будет определенно сложнее. Подниматься сложно. Спускаться я вообще не представляю как. Еще и в слант мы поперлись с Альбертом в этот раз. Ну, здравствуй, Волга. Мы снова здесь. Как будто вчера здесь были. А прошло сколько месяцев? 10-9. Да. Так быстро время идет. Быстро вообще время летит.